создать систему. Задача наша создать систему, в которой ты что-то говоришь, он что-то говорит. Мы можем это оценить, поддержать друг друга, создать нечто новое, синтезировать. Вот это важно. Мы об этом важно. Вот. Молодец. Это уже не мастурбация, это создание нового, новой жизни, новой идеи. Вот о ней скажу. Вот это важно. Именно это сейчас хотим сегодня обсуждать. Сказав что-то, либо поддержав какую-то идею, стать сопричастным к этому будущему, великому, красивому. Вот об этом. Я, конечно, я адекватный. Если бы я был адекватным, я бы тут не сидел. Еще бы. Заслушай. Вот это и есть задача. Создание лаборатории, где создать условия для этих людей. В чем? Я на мысль неделю ухожу с ней. Вот хотел как раз завить. Это не я. Нет, ты должен двигать. Это ты должен сказать, и ты должен двигать. Я есть этот движитель, но я говорю, на что я опираюсь. Вот это мысль хорошая. 10 лет посещаю физико-математические семинары по эфирным технологиям, ритмодинамике и так далее. Одна и та же проблема, что теоретики и прикладники, теоретические прикладники у доски могут биться, но я это наблюдаю вот 10 лет. Но одновременно я был в лабораториях, которые финансируются государством под грифом «секретно». И там определенные установки я наблюдал. Это сделано. И на весах у нас есть чудаки в обществе, которые в гаражах там что-то ваяют. И они те же самые эффекты. Я-то был в этих лабораториях и понимаю, что там реализовано. Потому что параллельно они как бы общаются. Но этих есть, была возможность сделать. А эти в лабораториях. В гаражах, да. Вот для того, чтобы это реализовалось, этих ученых надо создать на одной площадке. Но просто собрать их на одной площадке, это мало, это инфраструктура. Потому что каждый в пограничном состоянии возраста. Их нужно медицински поддержать, не медицински, точнее, а оздоровительно, вот, купи его. Одновременно это демонстрирует, что никем не решаемые проблемы в мире, а здесь реализовали за 20 дней. Ты понимаешь, в чем дело? Никто не слышит. Нету продажников, маркетологов, которые мыслят объемом миллиардов. Я говорю, Купеев стоит миллиарды долларов. Он решает проблемы, которые никто в мире не решает. И никто из вас это услышать не может. Что применяется технологическая схема, когда с миллиардером, чем хорошо, что кризис, не кризис, болеют и умирают все. Вне зависимости от кризиса или еще чего-то. И предлагать человеку, что мы вам сделаем лучше, оплата после. После смерти. Да, а он вообще не умрет. Уважаемые люди, то есть их лично знают. Вот появление этих людей через несколько месяцев на следующий фестиваль. Верно. Вот сейчас родилась синергия. Вот сейчас родилось синергетическое движение. Понимаешь, произошло до обогащения, и по Кузнецову мы это все записали, это будет выложено в сеть интернет. Это будет лучше, чем любое, вообще слова, это будет реально показанные действия. Понимаешь? И это породит чью-то еще. И дальше слова менеджера, что разговаривая с миллиардером, а я с ними разговаривал, сколько стоит твое здоровье? Он отвечает, бесценно. Я говорю, не надо бесценно, полцарства. Вот и все. Как в русской сказке. Пол царства. Это на пол. Он будет как конь. В коняпорте. Именно это я понимаю и наполнит бюджет моей избирательной кампании. И микрофинансирование граждан. То есть выведение на федеральные средства массовой информации информации о том, что Купеев разработчик методики, которые помогают в случаях, которых все отказались, я не беру сейчас онкологию, помимо онкологии огромное количество психосоматических разных ситуаций, проблем. Их огромное множество, рынок их миллиардный. Не хватает только до введения информации. Но зарабатывая большие деньги, это все реинвестируется в общество, в социально незащищенные группы. Все прозрачно абсолютно, что мы на эти деньги не строим яхты. Нам сегодняшние ценности не нужны. А эфирные установки могут вырабатывать из пространства золото, платину, бриллианты вот таких размеров можем делать. Все, что угодно. Это психопатическое отклонение, если у человека наблюдается вот мания, вот это вот все. Другие ценности возникают, люди по-другому друг с другом общаются. Вот мы с вами вот сидим. Почему вы вот сидите, молчите, не уходите? Ну, более-менее что-то дельное говорю. Может быть, не все? Яблоко что?
Яблоко. Действие. Вот. Красавец. Вот яблоко изобилие. Все по рыбнику. Одна семечка, а появляется сколько? Что такое эфирная технология? Замир говорит, где это эфир? Расскажи. Вот эфир, вот эфирный генератор. Вот эфирный генератор. Шикарно. Вот эфирный генератор. Значит, смотрите, объединенная установка, которую сейчас показал. Вот так она выглядит. Это на самом начале ее вариант. Любое другое увидев, может стать сопричастным к ней и сделать ее другую. Там, разной плотности, вот вообще, разной мощности, как ты сказал. Да, я поздно узнал. Вот это все, вот эту штучку, это может быть игрушка, еще что-то. Но как объединение, как еще что-то? Проводя эти мероприятия, приносить такие вот фигульки. И каждым новым разносить, то есть раздавать. Как минимум вы унесете это домой, покажете, ну забавное, что горит. Хорошее предложение. Это урожай получается. Сюда можно сюда прикрепляется или пробивается GQ-код. Кому нет GQ-код, можно разворачивать всю штуку, которую ты там получил. Это стоит копейки. Но именно это инструменты распространения. Как и на ношение вот моего. Искать пути собрендирования. Не факт, что ты будешь носить футболку «Глобальная волна», но если здесь я повешу «ин-ин-ин» лаборатории Кузнецова, конечно, ты будешь носить эту, правильно? Значит, нужна потребность в дизайнерах одежды, которые сформируют одежду, выйти на... Вот ты занимаешься высокими технологиями и в городе, где мы были, в Ступино. Металлургия, еще что-то. Как наладить бизнес? Вот я рассказываю, я изучил эту тему. Нанесение рисунка на одежду. Термопечать, проклейка, там еще что-то. А что можно сделать? У нас высокие военные технологии. Есть сопла очень тонкие, где под высоким давлением разную краску можно очень тонкой струей подавать. Таким образом, любую одежду мы можем раздувать на манекене и по компьютерной программе рисовать этим пером на одежде любой рисунок, любыми цветами, как принтер. В общем, предвыборная компания. Классно. Я вообще его поддерживаю. Я всегда его поддерживаю.